Гринёв. Змеёв. Антенны. Вот одна. А вон там другая. А то столбики. Чуть правее. Это тоже для антенн. Но сейчас это все заброшено, неактивно, не рабочее. А вообще создавалось для изучения ионосферы, для излучения. Тут, короче, все в таком духе. Вот такая красота. А рядом вон там вот травка сидит. А здесь слив. Так, теперь бы как-то назад. Да. Поехали дальше. Да. А мы пойдем купаться. Давай, кубарим туда. Тык-дык, тык-дык. Ну, мы ж купаться пришли, водичка. Ой, что это клево. Упало дерево, прикинь. Ты помнишь, малышня ныряла с него? Да. Ты берег обвалился. Обвалился. Слышишь, ну прохладная. Но без людей было потеплее. Какая же? Трухи разбить.
что-то. Подводный мир такой. Не знаю, тут видно, не видно. Друзі, ось там от є тарзанка. А це означає, що? Що самик буде стояти і знімати. Давай. Тільки камеру пальцем не закривати. Ні, от ти пішов. Посмотрим, як він її достане. Посмотрим. Посмотрим. Смотрим. Ага. Ага. А дальше что? А дальше вот как бы. Ну, не, ну, я так, Подожди. Смотри. Давай я зайду в воду, насколько смогу. А ты мне дашь руку. Я попробую тебя вытащить. Ну давай попробуем. Сейчас я аккуратненько спущусь тут, чтобы не нахитнуться. Вот тут. Скользко. Так, сейчас подожди. Опа! Да, вот она, командная работа. Все, я стою. Ой, а что, она выключилась? Я вроде... Это экран потух. Ага. Камера работает, запись идет. Ага, ну все. Честно говоря, а дальше-то что? Ну, нужна палка. Теоретически я не вижу тут, что я снимаю, но я подозреваю, что надо было как-то... Зацепить ее. Нет, они, наверное, с дерева прыгали. Ну, ты уже стоишь. Да я-то стою как на его, краю. А как его зажечь? На экран тапни. Как хомяка. А, тапнем. Ну, в общем, вот так вот как-то это выглядит. Да. Ну, ты можешь только за узелок... Ну, блин, ты бы за узелок взялся, уже хоть бы чуть-чуть полетал. Узелок этот особо мне нужен. В общем, не сложилось. Она вон, а он вон. Ай, блин, тут какие-то что-то острое. На. Что-то в ногу себе загнал. Да, задачка со звездочкой прям. Как они туда? Ты понимаешь, это все равно палкой надо как-то... Ну до дерева я доползу. Да не доползешь, ты упадешь. Да я-то могу подтвердить. Нет, я не упаду. Знаешь, в таком случае тогда и тарзанка не нужна. Проще тогда долезть до верхушки этого дерева и оттуда прыгать. Запутаться в нем. И запутаться в тарзанке еще. Это, тут я... палка должна была быть какая-то, по идее. Тарзанка короткая, потому что берега ее не хватит. Ее не... Да, это факт. Ну и ладно. Подумай. Сильно так делать. Не подозреваю, что вот смотри, может быть это все веток они подтягивали и потом сделали ложись вот так. С берега было бы удобнее. Ну, а да. Так они себе усложнили жизнь, да. И нам в том числе. А если с берега, то тогда бы жопой по воде проводить. Потому что берег высокий и расстояние большое, веревка длинная, и там будет. Ну можно же было бы все равно как-то найти золотую середину. А тут, получается, и так не достанешь, и туда слишком как-то непонятно. Да. Обидно, досадно, ну ладно.
Ну и да. Ну, будем просто купаться.